замечаю такие вещи. Ну, ни спереди, ни сзади автомобиля нету, поэтому я объехал на встречке. Просто был однажды случай, двигался ночью. Вот на уже покидал Минскую область, езжал в Омскую. На этом участке ночью двигался ночью. Скорость небольшая. Вот. Вообще в Тюмени дороги хорошие, но участок попался такой, что стал выбирать. Выбрал встречную полосу, там по одной полосе в каждую сторону, чтобы не по кочкам и трястись, и машину не разбивать. Вот. Только перестроился на встречную полосу, и вдруг, блин, смотрю, на моей полосе, по которой я ехал, лежит рессора концами вверх. Даже жутко представить, что было бы, если на нее наехать. Пробил бы картер, к бабке не ходи, если бы не хуже. Но рессору нельзя потерять. Ее можно только специально положить. Ну и бог ее знает. Рассказывать не берусь, а что, возможно, кто-то сидел в кустах и наблюдал. Будет проезжать машина, пробьет себе двигатель там, куда машина улетит, неизвестно, в какую сторону. Знаете, как мародеры потом, возможно, я не утверждаю, но потерять рессору, она не могла отлететь от автомобиля, она могла или только с кузова упасть, почему-то упала перпендикулярно движению. Много интересных нюансов, моментов вот в этом случае было. Потом ехал, рассуждал, я не стал ее убирать, вот, потому что уже проехал более-менее приличное состояние, расстояние стало доходить. Просто первоначально был шок от этого. Чудом ушел на встречную полосу, и на тебе такое.
кассевки травы, о которой я говорил, когда они косят траву, вот камни летят брызгами. Расход 5,5 литров на 100 километров, пройдено с момента старта 603 километра, средняя скорость 67, запас хода на 720 километров, круиз-контроль 85. Знаки, если ничего не делаете. Когда работа начинается, тогда ставьте. Поставят их за полгода, начинают водители нервничать. Впереди камера на 50. Ну, давай, 50, 50.
ее арестовать. Действует до первого перекрестка. Ну, местные ребята не знают лучше. У нас не брать пример. Я бы не стал. Развязка впереди, видно фуры и солнце прям в лицо. Вообще стоим.
Так, ну, вроде бы пробка тронулась. Так, это что, объездная Вологды? Ну, ребята, червя вы живете. Не сравнить ни в какое сравнение с прошлым. Долго музыка играла, опять встали. Впереди дорожные работы в среднем и правом ряду. Стороны Сафна встречки и с нашей. Так, мне осталось на сегодня, если все будет нормально, 136 километров, час 45. Ох ты! Это мне по WhatsApp прислали видео. Тормозить немножко. Интернет. О, блин.
я проверяю, не ошибся ли где-то.
Верни направо. Левый поворотник. Сзади налево.
правое движение.
Ё-моё, чё ж на полпути, блин. Попробуй обойди эту колонну. 5 или 6. Скоро идут друг за другом. Поэтому самое благоразумное, наверное, двигаться за фурами на их скорости. Самый низкий расход за всю поездку.
54 километра сегодня пройдено, средняя скорость 67.